Так, а что у нас там, гонка новая будет? О, мне нравятся гоночки. А что, получается, мы эту карту пропускаем? Что, реально? Мы этот завод пропускаем, ребята? Это было бы хорошо, если мы ее бы пропустили, этот завод. Классная машина. Так, ух ты, у меня тут чуваки. А, блин, меня хотят обогнать, не очень нравится. Есть. Отличненько. Дальше играем. Есть, идеальный старт. Мне надо погромче был сделать звук. Я не слышу его. 1, 2, 3. Вообще его не слышу. А вот шум, допустим, если остану, я очень громко слышу. Двигатель все. Это паладин у меня. Так, ты, слушай, чувак, куда? Ты куда там рванул-то? Алло! Блин, второе место там. Ладно. Вообще не слышу, что он говорит вам. Там. Да ё-моё, давай, быстрее, блин. Надо всё-таки прокачивать свою машину. Так не хочется, что не денег. Я сейчас возьму джип и буду на него денег купить, на джип. А джип стоит, мама, дорогая, 30 тысяч. Если не больше, то вот, мне надо посмотреть, сколько стоит. Ну сейчас главное его выиграть еще надо. Ага, я его еще не выиграл. А уже считаю, сколько он стоит. Ну сейчас посмотрим. А, сколько мы? Первое, второе место. А, еще здесь. А что это они стали добавлять четвертую карту? Типа они думают, что если ты там не выиграл, то ты здесь не выиграешь или что? Так, ну кто там у нас? Хумо. Человек. Хумо. Хумо сапиенс. Человек разумный. Ага. Так, ладно, деньги пропустили, ладно, ничего. Главное, выиграть эту машинку, которую я мечтаю уже. Второй месяц. Так, есть победа. Первое место, класс. И что? Да, мы открыли новый автомобиль. Monster Truck называется. Monster Truck. Круто. И сколько этот Monster Truck стоит? Так, фабричный кубок у нас, да? А, давай посмотрим, сколько он стоит. 40 тысяч рублей. Не знаю, валюты, короче. 40 тысяч. Офигеть, офигеть, ребят. Я еще хочу я танк открыть. Танк. Всяких много машинок, конечно. Офигеть, бриллиантовые кнопочки. Ага. Ладно. А что у нас там за мотоцикл какой-то крутой? Все на нем ездят. На вот этом, что ли? Мотоцикл. Ну, точно не на мотокроссе. И не на скутере. Ладно. Понятно, что он стоит 40 тысяч. У нас столько денег нету. Поэтому будем как-нибудь зарабатывать. Ну что, поехали. Так, ладно, плохо стартанули. Не будем спешить. Аккуратненько будем ехать. Вот у нас бензинчик, который мы, возможно, все время пропускали. Либо это эта карта, либо это другая какая-то карта. Не знаю. Блин. Такое чувство, что я сейчас последний. Хотя бы третий. А, вторая даже позиция у меня. Ух ты. А почему вторая? Ну да ладно. Вторая позиция тоже хорошо. Ага. Сейчас мы быстрее. Так, включился завод этот, вонючий. Шляпа у меня отлетела. Бензинчик мы взяли. Тут немножко ускоримся. Может быть, здесь я даже приеду в первый. А может быть, нет. Так, опять этот чувак на меня давит. А где же... А, финиш, вот здесь готово. Первое место. Значит, было первое, второе. Сейчас первым приезжаем. И все. И мы побеждаем. О, тихо. Вентиляторы вонючие. Ой, не вентиляторы.
Ой-ой-ой, там можно на бошку упасть. Ох, отключили, наконец. А что, получается, я единственный, кто смог отключить? Вонючий завод? Ах, опять включили. Ладно. Так, этого чувака нужно обогнать. Есть. Обогнали. Первый позишн. Отлично, прошли мы эту катку. Первое место. Так, я ненавижу воду у нас пошел, да? Нет, давайте в приключения поиграем. Какой-нибудь, например, вот возьмем город. И возьмем вот эту машинку. Поехали. Подожди. Детали, уберем детали вот эти вот. Так, вот эту не надо мне. Ладно, давай сделаем прыгалку. Угу. Все, поехали. Так, все, видим. Немножечко заработаем денег. 8 тысяч у нас есть. А мне, ребята, нужно 40 тысяч. Чтобы я открыл монстр трак. Ох, быстро машинка. Но я еще ее немножко прокачиваю. Угу. Сейчас посмотрим, сколько мы заработаем еще денег здесь. О, 1000 метров мне надо проехать. Серьезно? Опа. Ну, джипик мне нравится. Прекрасный джип. Офигенский. Мы его еще можем как-нибудь покрасить какой-нибудь цвет. Ну, пока пусть красненький. Что у нас здесь? Бензин, который мы проехали. Ну ладно. Проехали так проехали. Но тут главное монетки собирать. Ну что, я думаю, мы сегодня собираем спокойно. Спокойненько. Так, это у нас устойчивая вся конструкция. Хорошо. А это не устойчивая все. Тихо. Бензинчик. Вон уже 8900 монет. Ой, хорошо. Сейчас до 10 тысяч насобираем. Если каждый день собирать на 10 тысяч, то получится, ребята, через 4 дня у нас будет 40 тысяч. Правильно? Правильно. 40 тысяч. И эти 40 тысяч нам просплатят на машинку. Оп. Так, 170 монет уже дают. Офигеть. Как хорошо. С такими мешочками денег мы, ребята, быстро заработаем. Себе. На монстр трак. Оп. Хорошо. Девять часов уже. Ой. Так, опять монетки, спасибо. 190 уже монет дают. Да, десятка у нас будет в кармане. Останется еще 30 тысяч заработать. Ой, здесь сложно, ребята, здесь сложно. Здесь очень вонючий случай. Только бошку. Блин, только бошку введи. Нет, развился там на бошку упал. Да. Всем привет, дорогие друзья. Ну что ж, я хочу сегодня купить автобус. Есть у меня для этого деньги. Приобретаем автобус. Так, автобус мы купили. Давайте вид посмотрим наш. Давайте шляпу поменяем на, например, вот такой вот. Что у нас здесь? Детали есть, да? Детали можно установить сюда, какую-нибудь деталь. У нас есть магнитик, прикинь. Магнитик есть. Ну, магнит мы не будем ставить, мы поставим сюда вот эту штуку. Это турбо. Ускоритель мощности для колес. Хорошо. Давайте, может быть, ладно, пока ничего не будем делать, попробуем. Поехали. Едем мы у нас.
в лесу, ой, это сельская местность. Посмотрим, далеко мы сможем проехать или нет на автобусе. И, конечно же, нам надо, ребятушки, отвоевать. Ну как отвоевать? Отзаработать эти деньги, которые мы потратили. А потратили мы 9 тысяч. Если мы еще двигатель будем улучшать, мы потратим около 10 тысяч. А мы копим, ребят, точно деньги на Monster Truck. Ой. Так, давайте, смотрите, у нас здесь есть такие мешочки, которые мы получаем. Я думаю, мы с этими мешочками хорошо, ребятушки, насобираем побольше денежек. Не знаю, сколько мы заработаем. У нас вообще автобус не прокачан. Поэтому надо будет его еще и прокачивать. Опа! Что у нас тут такое? Выбило нам лобовуху. Офигеть. Так, где там у нас? О! Так, а ну-ка, аккуратненько едем. Есть! 120 монеточек еще заработали. А, мы еще, ребята, кстати, зарабатываем эти самые звездочки. Вот. Самое интересное, нам нужно кучу еще звезд заработать. Ну и хорошо. Не просто так мы деньги потратили на автобус. Сейчас будем зарабатывать звезды. Чем бы и нет. Отлично. Так, что у нас тут значит есть? 130 теперь стали давать, хорошо. Так, ну, давай. Сесть. Подняться надо. Давай еще, пожалуйста. Нет! Ё-моё, японский случай. Еще раз. Офигеть. О! Типа легче стал автобус, что ли, без кабины. Но мы смогли подняться. Ну, конечно, ну, ребята, ну это минимум 1000 звездочек заработать надо будет. Все, 1000 звезд готово. Может быть, мы даже и откроем новую карту. Возможно. Я ничего не могу сказать. О, отлетел. Пассажир у нас. 2 пассажира вылетело. По идее, автобус легче становится. Хорошо. А, все, теперь водитель один едет. 120 200. Сколько нам дали монет лично, посмотрим. Ладно, давай. Пожалуйста, еще немножко. Ой, молодец. Автобусик. Нам нужно еще очень много звездочек. Так, а здесь мы навряд ли поднимемся, да? А нет, смотри, поднимаемся. Давай. Ой, молодец. Еще немножечко. Еще. А здесь мы на рафик, да, поднимемся? Ой. Так, ладно, еще раз пробуем. Блин, уже и бензин заканчивается. Ой. Давай. А где же у нас ускоритель этот вонючий-то, а? А почему он не сработал, ускоритель? Давай. Ну, ускоритель не работает, ребята, что за фигня? Офигеть. Ладно. Разбились. Так, что у нас там? Сколько еще нужно? Да что ж такое-то? 16 тысяч звездочек мы собрали. Надо еще кучу звездочек. Офигеть. Так, а здесь, смотри, нарисовано, что гонка. Нужно выбрать вот такую машинку в городе. Ну давай, поехали.